Я заинтересован через других людей про дядь Витю. Слышь, камеру мне отдал. 15 минут времени даю, чтобы твой старший здесь был, понял? Какой мой старший? Ты чё, блядь? Вот и Женя, ну давай как. Он как ты запоешь, блядь. Да, он в курсе, он если что в курсе, что мы снимаем. Я не пойму, ребят. Тебе право вообще кто такие вопросы дал? Так, тормози, задавать. тормози. Давай потише, во-первых, разговаривай. Разгоняться не нужно тут. Никита Большой в курсе, что вы его поставили, что вы дом засветили. Вы их снимаете, выкладываете, на дядь Вите деньги зарабатывать. Я позвоню людям, они с вами будут разговаривать, не я. Звони там кому хочешь, пусть если кто-то конкретику какую-то хочет, пусть приезжает, будем с ними разговаривать. Че это кто? Либо он нанял крышу. Че они не уезжают нет, здесь? Нет, это, ну, не простые типы, это не колхозники. Ну, непонятно, есть несколько вариантов. Первый вариант – это те, с кем ты как-то связывался, сталкивался, с Кавказа. Помнишь, у тебя были дела? Угу. Это конкретные люди, которые хотят что-то от дяди Вити. Если бы не одно «но». Он мне сказал про Никиту Большого. Это вот усадьба, на которую мы съездили. Да, он говорит Никита Большой. Я не знаю. Понимаешь, мы сейчас вообще кто? Ты, я, он, Артем. Кто Коля? Это вся наша команда, по сути. Угу. Нас сейчас те приедут с той усадьбы. Качнул, что за тобой? Условно говоря, медиамасса вот эта. Поэтому сейчас срочно надо... Мы сейчас выставим там же патрульку. Мы сейчас затонированную тачку любую там же поставим. Чиркай через арку. А где наш инкассатор? Точно решил на мотоциклах ехать? Конечно, никто же еще не знает. И вот эти два новых. Да, нынче Женькин, потому что было решено купить еще два, чтобы всей банде хватало. Я первый проеду. Друзья, ну вот и закончился наш масштабный розыгрыш, в котором приняло участие более 55 тысяч людей. Мы с командой «Радмир» безумно благодарны каждому из вас, особенно тем, кто сделал все условия правильно. И просим вас не расстраиваться, если вы не выиграли, потому что в дальнейшем будут конкурсы еще круче и еще масштабнее. Ну а если вы не смотрели мой стрим на прошлой неделе в прямом эфире, когда мы разыгрывали машину, ее выиграл парнишка из Минска, и скоро эта тачка будет уже у него во дворе. Ну а всем остальным, кто хотел также испытать удачу, я немножечко поведаю секрет на своем стриме в воскресенье в 18:00 по московскому времени, где я буду играть на втором сервере в Радмире GTA 5. И еще, друзья, у каждого из вас есть отличная возможность, чтобы на своем стриме в воскресенье в 18:00 я продиктовал ваше имя и фамилию. Что нужно для этого сделать? Погнали, расскажу. Вот так вот выглядит мое рабочее место. На экране у меня уже выведен обновленный лаунчер по Радмиру. Здесь очень просто. Просто выбираем проект, на котором вы играете. КРМП либо GTA 5. В последнее время я играю, естественно, в GTA 5 на втором сервере. Немаловажный аспект, друзья. Почаще нажимайте кнопочку настройки для того, чтобы проводить почаще проверку файлов. Для того, чтобы у вас не вылетала игра. Если у вас нет возможности поиграть в GTA 5, поиграйте в КРМП на 4 сервере. Только скиньте пруфы, что вы ввели мой промокод PEL. Ну а что делать по GTA 5, сейчас объясню. Так, заходим в саму игру. И, друзья, нажимаем F2, далее реферальная система, и вот здесь вот вводим мой промокод PEL. Активировать. Также, друзья, у меня еще есть второй промокод, который даст вам 50 тысяч игровых долларов. То есть, итого у вас получится 100 тысяч игровых долларов. Вот этот промокод, запомните его. И после того, как вы активируете все мои промокоды, обязательно сделайте скрин с историей. После чего сбросьте этот скриншот по ссылке в описании в мою группу. И после того, как я проверю, я обязательно добавлю вас в друзья ВКонтакте и передам приветы лично на стриме. Также могу заценить даже вашу страничку на стриме. В общем, друзья, встретимся с вами в воскресенье на стриме, вы знаете, где и как меня найти. Ну а так, в принципе, вроде все сказал про промокоды. Еще раз повторюсь, если вы хотите, чтобы я назвал вас слух, то введите промокод правильно. Ну а я вам желаю, друзья, приятного просмотра и приятной игры. Погнали. Со мной, запоминай путь. Я первый проеду, я первый. Пиздец.
Может, камень застрял между звездочкой и цепью. Ты сел, короче, вот так ты сел. Вот так, под воду. Под воду ты вот так сел. Ты как начал буксовать, он под низ ушел. Блядь, ну тут реально нужно, не знаю. Да не, если бы масло вылилось, у тебя... Попробуй на скорости подергать, пап. Слышишь, пап? Можешь взять автобус и прицеп, который у нас недавно появился для мотоциклов, приехать на Щукино? Я, походу, Кавасаки утопил. Так получилось. Дурил, что ли? Ну, приезжай. Приезжай с прицепом. Да, просто мы сейчас думаем, как лучше. Хотел через речку переехать. Я переезжал ее, когда это, недели две назад, блин. А тут ее размыло капитально, и я ушел практически весь. Попробовал завести... Но он не завелся, и не хочу его тревожить особо сильно. А все, гидроудар словил. Ну, потому что захлебнулся двигатель. Ну, что делать? Воды хлебнуло. Блин, дебил, конечно, полный вообще. Реально, надо было сначала разуться. Даже можно не разуваться было. Просто пойти проверить глубину. Потому что у этого устья идет островок вот таким вот интересным образом. Я сначала поехал вперед по островку, затем зарулить направо, чтобы резко пройти вот небольшую глубину. Оказалось, сразу глубина. Честно, вот, ну, реально дурак, ну, не хотел этого делать. Буквально недели две назад я проезжал эту речку, и не было так сильно. Даже сейчас, на самом деле, это отлив. Вот реально это отлив, просто размыло. Ту речку тупо размыло, и походу я словил гидроудар на своей новенькой кайфе. Дебил. Ну, там дед, реально. Просто за придурок, дебил. Дебил. А что это значит, ребята? Ну, то значит, когда у вас срывает планку, не нужно думать, что ты способен на все, способен на многое. И даже самые сложные препятствия тебе не помеха. Всегда найдется то, что тебя приземлит. Всегда. Вон, батя, пи***а мне сейчас будет. Ого, собака его что-то бежит по берегу? Да, это Грей. Авария. Ну ты, конечно, вообще мощный, Павлик. Меняйся, давай. А, Женин, красавик где? Вот он. А, я думал, это. Не, я же ему отдал. Если бы он за мной поехал, мы бы точно тащили еще два. Хорошо, что я ему сказал, подожди на берегу. Я первый, потом он второй. God of creation, there at the start, before the beginning of time. RDY. Что-то я не знаю, на самом деле, настроение так пропало в кондук. Из-за всего этого. Реально, уже к этому времени уже, ну, мечтал, знаешь, такими какими-то полезными делами, полезными вещами заняться. Держать, что проблема разве? Сломался, ремонтирует железо, как никак. Да железо это ладно, это хрен с ним. Просто вот вся эта блуда. Один подъехал, знаешь, сказал, высказал тебе то, что там все что думает. Мое дело заснять, выложить. Ты вообще кому по инкассатору позвонил? Там я же этого подкормил рыбака одного. Получается, он там
Ну, помнишь, где мы этого оставляли, инкассатор? Он там, получается, его пригнали вообще, инкассатор-то. Он просто видел. Он видел просто. Они между рыбаками, да, да. Он вообще никаких. Да. Они тоже, знаешь, что им стоит курятник и стоит никому не нужным. Что, они тоже мужики, знаешь, непростые. Взяли, забрали. Если, они же тоже понимают, если бы кому-то нужен был, приехали бы, забрали. Просто у нас было не время его забирать, правильно? А сейчас он нам как раз бы пригодился. И они, понимаешь, никаких ни заявлений, ничего не напишут, потому что это не их машина. Короче, мы сейчас забираем молча. Да, конечно, конечно. Главное, чтобы мы его завели сейчас, потому что я уверен, там провода, наверное, сейчас куча, все кишки наружу. Главное, чтобы там зажигание было на месте. А ну-ка, стой. Стой, да, вот он, этот инкассатор. Что за машина на габаритах стоит? Блин. Расслабься, это Артем автобус. А, это Тёмыч бус? Да-да-да, он забрал его. А, точно, на нем же в Польшу ездили. О, твою дивизию. Короче, что сейчас в тупую выходим и это? Пойдем, забираем? Пойдем, забираем, конечно. Артем тоже так нагло стал. Напротив, прям у них же проходная здесь. Кинь его в черный, дунуть весь в круг. И какую-нибудь символику забабахать, и еще и тонировочку. Да, снять вот это вот. Да-да-да, всю эту шушуру снять. Реально, в черный весь покрасить, затонировать. Слово не скажет. Раскрыть силу себя, чтоб не пойти на дно. Ты слышишь это тут, о чем мечтаю я перед сном. Раскрыть свое нутро, раскрыть силу себя, чтоб не пойти на дно. Ты слышишь это тут, о чем мечтаю я перед сном. Раскрыть свое нутро, чтоб не пойти на дно. Не стал я, короче, сдирать наклейки, тренду. Затонировали, как могли сами. Американка, пятерик. Вообще сидишь внутри, как в бункере. Да, весь черный. А так смотри, видишь моменты, какие оказалось у него. Он вообще далеко не идеальный по кузовщине. Это, в принципе, по сварке-то можно поработать, сделать. И как капсула, вот видишь, он же брони. Я сначала подумал, типа, если вот это гнилое, значит, типа, наверное, хана инкассатору. Ну, конечно, конечно. А тут, оказывается, вот у него идет вся капсула. Вот она и пошла туда. О, ничего себе. Да, ну смотри, видишь, тут еще что, моменты какие. Например, вот тут вот, она срезана. Вот она, видишь, срезана. Да. То есть, двери голые получаются. Двери голые получаются, и вон та тоже дверь голая. Ну, в принципе, это же можно приварить, да, по желанию. Да, можно металл потолще просто завариться, и все. И то есть, и будет такая же броня. Короче, вот не знаю, думаю. Ну, тут, если что, защелки серьезные. Если внутри запереться, то долго будут тоже вскрывать. Ну, да. Че по бэхе? Да, там, в принципе, не все печально, как бы. Нашел там пару нюансов, пару косяков. То есть, один вот тебе надо. Ну, коробку не надо выбрасывать. Пока ничего не надо. Как мне говорили. Вот, смотри. Это вот здесь стоит уплотнитель, то есть, сосало воздух. Там еще косяки были небольшие. Короче, пока занимаюсь, ничего критичного не нашел. Диагностика, все как бы делаю. Понятно. Слушай, ты сможешь сейчас со мной съездить там буквально? А, ну подожди, какой буквально? Надолго. Надолго. Я потому что хочу к Женьке. Он же в Калининград поехал. По важному вопросу, сам знаешь какой. И человека нужно поставить на инкассатор. Либо, может быть, знаешь, либо, может быть, попроси кого-нибудь из своих. Да, сколько у тебя? У меня не получится. Ну, работягу могу тебе одного выделить. Шурик! Шурик! Шурик нормальный? Нормально, нормально. Ты что там доделал, все? Да, все. Слушай, телефон у тебя с Паша. Собой? Да, со мной. Это Паша, съезди Шурик. С ним, он тебе там все объяснит. Угу. Сегодня можешь на работу не приезжать. Ну, уже все, короче, ключ. Возвращаюсь. Поедешь, да, он тебе объяснит все, что там надо, как бы. Смотри, если что, Женька будет звонить, скажет, что я поехал на Банау туда, к дяде Вите. Я скоро, приеду. Все. Я его... Я либо с ним до вечера тогда побуду. Стой, подожди, Саш,
Так, ты вообще сможешь, если что, на ночь остаться? Ну, в принципе, домой позвоню. Либо Сашу, либо у тебя же получается какой штат? У тебя где-то три. Ну, трое, да. Три человека. Просто, Тём, не обессудь, мы сейчас по максимуму стараемся, людей не хватает. Без проблем. Если у Саши, например, не получается вечером, мы тогда другого договоримся. Не проблема. По деньгам накинем. Да, не проблема. Если что, как бы, ну, где-то, может, я посижу, но долго не могу. Я если понял. Что-то срочное там наберешь, я быстренько подскочу. Там. Ладно, может, еще с Саньком договоримся. Да, ну, поехали. С ним разговаривать, там все ему сам объяснит. Садись. Ага. На пассажирку. Ремонтировали инкассатор вообще вот так вот? Доводилось? О, блин. Я не. У Артема недавно, да, работаешь? Да, недавно. А так вообще сам местный отсюда? Да, местный. Меня вообще знаешь, нет? Ну да, по ютубам слышал. Вот, наслышан, значит. Ну да, да, да. Короче, ты не пугайся, если что, ничего такого. Просто ради того, чтобы так, постоять на фишке. Видишь, тут с передачами тяжело удается попасть. Вот я сейчас на третью перешел, а хотел на первую. Неправильное расположение. 9-5-0. 5-0. Ну ты, короче, сам здесь родился, да, с наших краев? Я не, я родился. Не вижу я отсюда, вроде нету никого. Попробуем объехать сейчас, что раз машина стояла. Пойду схожу. Если никого нету, пойду схожу, постучусь до дяди Вити. Ага. Вчера стояли какие-то лица, прикинь, не русской национальности. Ага. Я-то дядю Витю знаю вообще. Ты вот место знаешь дядю Витю, нет? Он тут рыболовством занимается. А, нет, не знаю. Короче, да, его мало кто знает. Я-то с ним нормально общаюсь, тесно. Вот вчера. Вчера произошла беда. Смотри, никого нету, это и хорошо. Угу. Я тебе дам камеру. Да? Цифровую. Так. Смотри, ага. Как пользоваться. Вот это включаешь. Ага, все понял. Вот он. Ага, он, если да. Какую-то подозрительную машину увидишь, я просто туда пойду один, ага. Ты будешь сидеть здесь. Если машина какая-то подъезжает, любая, сразу же нажимаешь сюда. Ага, все понял. И ведешь съемку. Приближать да. Вот так вот. Вот, смотри. Ну да, нас капитально не видно. О, черти, черти. Так, машины здесь его стоят. Машины здесь его стоят, собаки. Собаки нету. Дядь Вить! Жена его. Здравствуйте. А дядь Витя дома? Нету. Нету, да, его? Нету его. Не знаю, где мне не до него. А когда он будет, не скажете? Не скажу, не знаю, когда будет. Я просто ему звоню, на звонки не отвечает. Потому что телефон его дома. Дома? С собой не берет, боится, что с кармана упадет. Ладно. Скажите, не знаю. Такой вопрос. А вот люди подъезжали, они разговаривали с дядь Витей? Я не видела. Не знаете? Я в огороде полю. Кто там с кем говорит? Идите, идите, мне не до вас. Ладно, спасибо. Спасибо, до свидания. Блин, ну если бы он ушел бы в залив, она бы сказала, она мне раньше говорила всегда, если дядь Витя нету дома, и он уходит в залив, она всегда говорит, иди по дороге, уйдешь в залив. Там его встретишь. Походу он с ними ездит туда. Пашки, тут телефон разрывался. Звонили? Да, да, да. Коля звонил, пряник. Плохо связь берет. Че Коля звонил? Так, и чего тогда дядь Витю ждать? Или одного его оставлять? Блин, Сашка, конечно, алло. Этот. Алло, да, Коля, че звонил? Смотри, Паш, я у камер, тут на парковку нашу подъехали машины. Машины подъехали на парковку? Да, ну, по маркам, ты сам знаешь, я не понимаю, но того подъехали, по-моему, те самые. Какие те самые? Ну, короче, помнишь, который за вами гнались? Я узнал просто того лысого. Да, да, да. Будь возле, сейчас будь возле камер. Они что, они звонили? Чего они приехали? Нет, пока не. Короче, будь возле камер. Все, давай, сейчас я приеду. Будь возле камер. Давай. Давай.
Алло, Артем, сможешь сейчас за мной на Банаму приехать на Патриоте? Прямо сейчас. Только постарайся быстрее, пожалуйста, потому что там какой-то кипиш на базе. Давай. Кто он там на базе? Батя, он еще на базе же. Отцу надо позвонить. Блин, нет его. Нет, Витя. А ну-ка. Сейчас, секунду, разворачивайся пока. Ты один же, да? Шурик, пересаживайся сюда на водительское. Смотри, здесь лежит камера. Знаю, понял, да, как включается? Попробовал уже. Если какая-то левая машина подъезжает, тут же ее включаешь, начинаешь снимать. Любая машина. Еще раз напоминаю, вот здесь вот запись производится, да. Всегда будь на звонке. Подожди, еще здесь. Смотри, я тебе оставляю вот эту рацию. Она с длинной антенной. Включается вот так вот. Зажимаешь вот эту кнопку. Если что-то, если связь не берет, из автобуса не выходи вообще. То есть, если машина подъедет какая-нибудь, вообще не выходи. Сразу мне звони, докладывай, какая именно машина. Я сейчас приеду. Постараюсь побыстрее это все сделать. Ты главное, если что, не суетись, давай. Полетели. Прикинь, черти, блядь, подъехали к хате. Коля позвонил, эти самые, которые с усадьбы за нами на вот этих Витьках элитных. Ну, погоню-то устраивали. Ну как погоню, преследовали нас. Ага. Подъехали сейчас на парковке к дому. Да, я не стал тебе сейчас сразу говорить, чтобы ты туда подъехал. Сам поеду туда к ним. Они, походу, разговаривать хотят. Не переживай, все нормально, давай. Все нормально, давай. Бля, смотри, это та самая жига. Вижу.